Что там оркестр волынщиков, да? Оркестр будет, волынка, да. Волынка – ужасный инструмент. Почему? По-моему. Ну, по-моему, такой тоскливый, такой нет. Вот тот, тот, да? Волынка – это природа, это вот та… какая-то шотландская, конечно, северная природа. Конечно, это не наш, конечно, инструмент, угу. Но это вот то, что связано с природой. Угу. И она прекрасно звучит вот на полях, на просторах Шотландии. И как приглашенного гостя, а тем более Артема мы знаем очень давно, он… Артем, вы поясните, что это руководитель. Да. Артем это руководитель, Артем Воробьев, руководитель mm-hmm. оркестра волынщиков mm-hmm. Москвы. Он создал уникальный коллектив. Этот коллектив, он один такой mm-hmm. у нас в стране, который играет действительно очень профессионально кавер-музыку, и не только шотландскую, а и русскую mm-hmm. тоже на волынках. Это mm-hmm. очень все красиво звучит. Могу даже сказать, что этот человек, он мультиинструменталист, и он будет участвовать у Марины в программе. Mm-hmm. И с помощью его я выпускаю сейчас альбом акустической музыки, который А-а-а. Называется «Лен». Поэтому мы он все... тоже в сентябре выйдет, да? Тоже, да, он выйдет немножко название позже. Название уже есть? «Лен». «Лен». Что может быть красивее, mm-hmm. да? «Лен» mm-hmm. очень mm-hmm. коротко и ясно. Mm-hmm. А вот с Артемом вы тоже дружите? В смысле, да. Вот я имею в виду не творческие аспекты, а вот да. По жизни, что называется, да? Да, 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 угу. да, да. Ну, всех нас, конечно же, соединяет творчество и профессия. Вы угу. же знаете, что мы сейчас люди в таком возрасте, что нам уже тяжело, тяжело дружить. Сразу вот это вот набивание на комплименты. Ведь нет, известно, это... что человеку столько лет, насколько он себя чувствует и насколько он выглядит, в том числе, так что но... возраст очень юный. Женя, вот, поверьте, лишние встречи уже не нужны. Поэтому... Это согласен, да. Единомышленников мы находим среди своего круга. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».